Бескомиссионный трейдинг криптовалюты. Лондонский обменник цифровой валюты CoinFloor объявил о бескомиссионной трейдинговой политике в отношении биткоина. Оборот биржи составляет свыше 630 биткоинов, примерно 425 тысяч долларов ежедневно, что выводит ее на лидирующие позиции, опережая обменники GDX от Coinbase и Kraken. Основатель CoinFloor Марк Лэмб отметил, бескомиссионная политика означает рост торговой активности в Великобритании, а не ее уменьшение в других регионах.